Око за око или ответный удар ГПУ. Прокурорские войны, похоже, в разгаре. Генпрокуратура расследует нарушение руководства и детектива в НАБУ. Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос издания «Украинские новини». Производство касается внесения заведомо неправдивых сведений в документы, злоупотребления служебным положением, уклонения от уплаты налогов, а также служебной халатности и мошенничества. Пока подозрений никому не предъявлено. Ранее ГПУ начала расследование против заместителя гендиректора НАБУ. Гизауглаву подозревают в уклонении от уплаты налогов и сокрытии грузинского гражданства при приеме на работу. А вчера, напомню, стало известно о задержании детективами НАБУ бывшего чиновника генпрокуратуры Дмитрия Суса. Именно он фигурировал в скандале с буквально кулачными боями сотрудников двух ведомств.